Александр Львович, впервые в нашем городе спортивная новогодняя елка. Как родилась идея такого мероприятия и трудности организации, наверное, в таких непростых условиях? Вы знаете, что футбольный клуб нас всегда уделял особое внимание детям. Это и прием их клуб через вечный огонь. Мы всех членов клуба принимаем, футболистов. Много традиций севастопольских. Но и учитывая то, что у нас так много детей, то, соответственно, их надо как-то участвовать в жизни не только в спортивной, но и в культурной. Поэтому в канун Нового года родился такой проект, который, я думаю, будет ежегодный. Мы будем проводить новогоднюю елку у нас на стадионе. И это будет не такая необычная новогодняя елка, как везде, где только танцуют возле вокруг елки, рассказывают стихи. Да, это будет и у нас, но у нас мы еще будем много внимания уделять. У нас есть отличные две искусственные площадки, на которых дети будут тоже проводить много конкурсов и приобщаться к футболу. Кто помогал в организации этого мероприятия в таких, в общем, условиях чрезвычайной ситуации практически? Ну, я бы хотел отметить, что губернатор Сергей Иванович Меняйло поддержал этот проект сразу двумя руками и взял на контроль его проведение. Звонит каждый день и спрашивает, на каком этапе это проходит. И администрация футбольного клуба. Сегодня первая елка и уже такое огромное количество детей. Вы знаете, это праздник продлится до 10 числа. Будут определенные дни выходных, поэтому смотрите наши объявления по времени. Хотел бы, чтобы как можно больше детей, родители, обращать внимание, приводите к нам. Это необычная елка, еще раз говорю. Здесь будет внимание уделено и спорту, а спорт – это здоровый образ жизни. И хотелось, конечно, всех севастопольцев поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы все проблемы, неурядицы остались в старом году, а в новом мы перешли с хорошим настроением, с новыми идеями, и чтобы у нас все было хорошо. Вперед, Севастополь! Того, что футбольный клуб «Севастополь» является в городе Севастополя представителем или, скажем, созидателем футбольного мира и футбола, пришла идея на базе нашего замечательного стадиона организовать спортивную новогоднюю елку, пригласить севастопольскую детвору, которые могли бы поучаствовать на улице с теми же сказочными героями, которые, в принципе, присущи всегда в канун новогоднего Нового года. Это и Снегурочка, и Дед Мороз, и Снеговик, и другие сказочные персонажи. Поучаствовать в различных спортивных легких соревнованиях. И, естественно, с песнями, с танцами в хороводе зажечь новогоднюю елку и встретить наступающий Новый год. Эта идея была одобрена правительством города Севастополя, губернатором города Севастополя Сергея Ивановича Меняйло. И, в принципе, с 19 числа, сегодня, в день Святого Николая, мы открыли двери новогодней спортивной елки. Эти утренники у нас будут проходить с 21 числа и по 10 января в канун каникул. Поэтому мы приглашаем всех севастопольских детей на нашу спортивную новогоднюю елку, которые получат море драйва, которые получат те, кто неравнодушен к спортивным мероприятиям, кто неравнодушен к футболу, получат море удовольствия, развлечений и отдыха. Эту новогоднюю спортивную елку организовали мы при содействии детской юношеской футбольной лиги, при, значит, содействии депутата Гагаринского муниципального округа Лисейцева, который помог Деду Морозу приобрести подарки. И, в принципе, я хочу сказать, что много в городе Севастополе меценатов и бизнесменов, которые принимают участие, как мы знаем, и в жизни футбола, ну и, естественно, останутся неравнодушными при проведении данных спортивных
детских развлекательных мероприятий. Я хочу отметить, что сегодняшняя вот первая елка, мы пригласили и воспитанников Севастопольского приюта, и были представители интернатов, и представители спортивных детско-юношеских школ. То есть сегодня она была сугубо социальная, для того, чтобы... Наша задача, чтобы каждый ребенок города Севастополя почувствовал приближение праздника, смог поучаствовать. А я скажу, что у нас сейчас в дальнейшем мы обязательно посетим и детские дома города Севастополя с теми же сказочными героями, для того, чтобы каждый ребенок, который не имеет, ну, к сожалению, семью, мог почувствовать приближение новогоднего праздника и не был забыт. Ваш ребенок где-то здесь в хороводе еще? Конечно. Нравится елка? Очень. Дети играют, развлекаются, активность, проводят время. Еще придете? Обязательно. На елке? Да. Ну, что, то, что спортивное или то, что елка, что больше нравится? Спортивная. Спортивная, да. Ну, елка. А из персонажей кто больше нравится? Нам пирог. Вы в команде были? Да. Выиграли? Да. Расписание. Браслет. Еще, еще придете? Да. Ты еще не хочешь хоровод? Она боится пирата. Боится пока. Пирата? Ну а елка как вообще? Здорово, весело, на воздухе, отлично. А вы откуда узнали о том, что эта елка проводится? Тренер сказал. Тренер сказал. Конечно, у меня ребенок старший здесь. А, старший в хороводе? Да, обязательно. Понятно, ну приходите еще. Обязательно, спасибо.